Нагорном Карабахе, в Хан-Кенди, было завершено строительство блочно-модульного городка для размещения 250 военнослужащих российского миротворческого контингента. В настоящее время завершается пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию инженерного оборудования городка. В комплектацию блочно-модульного городка входят жилые модули, спортзал, офицерский дом, баня, медпункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната досуга, штаб и канцелярия, кладовое имущество, столовая, кухня, продуктовый склад, санитарный модуль, комната для хранения оружия и инженерного оборудования. Блочно-модульный городок позволит создать комфортные условия жизни и быта личного состава. БМГ – это полноценные объекты, которые оснащены всеми необходимыми составляющими системами жизнеобеспечения, такими как электроснабжение, автономное отопление, санузел, водоснабжение и водоотведение, а также укомплектованы мебелью – кровать, шкаф, кухонный гарнитур, столы, стулья, душевая кабина и бытовой техникой – электроплита, холодильник, стиральная машина, СВЧ-печь, телевизор, кондиционер и бойлер. Помимо всего, такие БМГ рассчитаны на наружную температуру от плюс 35 до минус 45 градусов, что позволяет их использовать в различных климатических зонах.